какая красота, как в сказке. Снежок идет. День Лукаса закончился в садике, да? Как у тебя дела в садике были? Все хорошо? Такая погода красивая, да? Ты готов домой? Ты сам повезешь? Или маме дашь свою аппаратуру? Давай я возьму. Рассказывай, что вы делали сегодня. Вы пекли печеньки? Да? Пипаркоки пекли? Тебе понравилось? Ты вместе с Элиасом пек? Да. И логопед приходила сегодня. И на улице тоже был? Так у тебя вообще классный день. С Элиасом тоже, да? Успел? А то Элиас-то сразу на улице остался. Классный день у тебя был в садике. 2 часа, а столько событий для тебя, правда? Круто ходить в садик? Круто, конечно. Вот, по дорожке такой уже не так легко вести, да? Хоть и на колесиках. Такая красивая зимняя погодка у нас. Прямо снежок идет. Все веточки такие в снегу. Красота. Ну что, теперь домой отдыхать, ждать Никласа, а потом за Элиасом. Ой, как она быстро! Ой, как быстро она! Прямо здесь так глубоко снег, что она прям своим животиком по снегу. Снег идет. Все больше и больше. Первый круг вообще с такой скоростью пробежала. Сейчас она уже помедленнее, уже чувствует запахи собак. Изучает, да? О, целый круг пробежит и вернется к нам, наверное. Да, о, бежит, бежит, бежит. Там мама не видит, куда она бежит. Куда она побежала? Исчезла? Нету ее. Куда она побежала? А нет, вижу. Вижу, вижу. Нюхает, она нюхает следы. Следы нюхает. Что там, собаки ходили? О, о, о. Бежит наша красавица, бежит. Ой, какой она почетный круг делает прямо по снегу. Ой, как много снега там. Там же вообще никто не топтал его, да? Там он ей прям реально по животик. А, опять запахи почувствовала там за кустиком. Косточка! Придет, нет? Ну, придет. Сейчас она поизучает мама, всякие запахи и придет к тебе. Смотри, смотри, как она бежит. А-а-а, сколько счастья у собаки! Молодец! И новый круг. И ты с Соником тоже побежишь. Ну, давай. Ой, ну Соник прям вообще. Куда она побежала? Опять там где-то. Сейчас хорошо, снежок беленький, чистенький. Такое наслаждение для собаки. И для деток. Да, Лукас? Ну что, ты нагулялась, набегалась? Столько кругов сделала. С Элиасом вместе и одна. А, еще нет, не набегалась. Ну давай еще. Еще один кружок. Догоняй, догоняй, догоняй ее. Здесь натоптано уже. Не, мы первые сюда пришли, да? И уже так темнеет. Уже небо темное. Вечер. Зимний вечер. Что-то учуяла, нюхает. Где Лукас? Ну что, Лукасик, ты устал? Устал, да? Ты тоже побегал немножко? Сейчас пойдем уже домой. Соник тоже устала, да? Соник тоже устал. Ни одной собаки нету. Мы одни здесь, да? Около садика эта площадка. Никто не гуляет с собаками. И просто так никто не гуляет. В садике еще детки, которых не забрали. Так что мы тоже сейчас пойдем. Вот идет снежок. Прям видно на свету, да? Мокрый такой, мокрый снежок идет. Но красиво, так красиво. Все беленько-беленько. И мы пойдем тоже домой. Сонику интересно, погуляла. Свою миссию выполнили, идем домой. Да, все, пойдем домой. Готовы, детки, домой идти? Пока-пока. Всем пока-пока. Мало было Сонику, да? Там. Мало было Сонику бегать в парке для собак по снегу. Она еще и здесь снежок нашла.
идет прям. Ой, как прыгает, бегает. Держи ее крепко, не отпускай. Она помнит, куда мы припарковались. Да. Молодец. Такой помощник у меня. Все, теперь пойдем домой. Всем пока. Берегите себя, здоровья. Удачи. Пока-пока. Соник, машину! Машину залази. Молодец. Вот умничка. Да, я сам. Да, ты ее позвал. Молодец какой.